Хорошо, сюда. Теперь чё? Я забыл. Всем доброго времени суток, друзья. С вами Валерий, и мы продолжаем с вами проходить пятницу 13-ю. Итак, Джейсон снова ждет кровожадности, еще больше кровожадности. У нас на очереди с вами эпизод под названием «Завтра вы проснетесь в новом мире. Выжженная земля». Окей. Давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Играть, и у нас открылся, наверное, так, весельчак Джейсон у нас, по-моему, был, да? Давайте новый, да. Каратель Джейсон у нас открылся, смотри, какой он просто устрашающий чел. Просто смотри, какая у него маска, да? Он в крови и пламени, узрите его. Я так понимаю, это какой-то постапокалипсис сейчас будет, такая локация с постапокалипсиса. Апокалипсис настал, мир рушится, ядерный взрыв унес миллионы жизней. Ты смотри, просто какой трэш, да? Это чисто какой-то безумный Макс. А вот и Джейсон пришел. Банки хой, как говорится. Аж глаза порозовели. Окей, смотри. А это еще кто? Аккуратней, Джейсон, ты мой золотой мальчик. Ладно, мама. Окей, вместо полицейских у нас, смотри, какие-то спецназовцы, да, получается. И у них, смотри, лазер. Лазер длиннее, чем этот прицел у пистолетов у полицейских был. Итак, у нас есть, короче, супер-пупер-палка с гвоздями. И не знаю, если попаду, короче, вот на эту штуку, меня, наверное, загасят, я думаю. А нет, все хорошо, все отлично. Ну да, видишь, меня все равно убили. Окей. Так. Тогда делаем вот так. Да ладно, нифига себе, ты смотри, даже сбоку. Ты представь, даже сбоку, короче, меня зафигачили. Окей. Делаем тогда так. Они даже поворачиваются. Не то, что эти стоящие на месте полицейские. Окей, у нас плюс кровожадности еще. И 19 уровень, друзья. 19 уровень, это уже вам не хухры-мухры. Так, что там нового выпало? А, ленточная пила была у нас такая. Да. Абордажная кошка тоже была. Окей. Погнали. А завтра мы проснемся в новом мире? Ну, я чувствую себя прекрасно. Хорошо, мам. Так, ладно. Итак. А, смотри, полицейский здесь еще появился. Окей. Этого гасим. Если вот этого загашу, то меня зафигачит спецназовец. Надо что-то делать. Короче, делаем вот так, вот так, вот так. Да ну нафиг. Он испугался. И все, я себя загнал в тупик, короче. Смотри. Вниз я пойду, полицейский меня загасит. Туда я пойду, меня спецназовец загасит. И что делать? Ничего, только перематывать назад. Только перематывать назад. Так, окей. Ладно. Окей, ладно. Тогда мочим. Делаем вот так. Угу. Так. Минус полицай. Не, стой. Погоди. А, ну все отлично. Можно сказать, да. Все хорошо получается, наверное. А, стой. Погоди. Наверное, я все равно неправильно
Пошел, неправильно сделал. Надо убить вот этого. Гасим вот этого. Наверное, так, да? Теперь вот этого. И, наверное, последняя жертва. Последняя жертва у нас получается... Как мы ее загасим? Надо подумать. Нет. Так не катит. Так не катит, нифига. Так, этого напугали. Ага. Все, вот теперь все отлично. Теперь гасим вот так. И последняя жертва. Я догадался сам. Я сам догадался, друзья. Без подсказки матери. Все отлично. Так, покупать мы ничего не будем, ладно, хорошо. Так, что у нас тут дальше? Мать молчит. Погоди, давай посмотрим, что у нас из оружия есть. Что мы можем, короче, давай-ка бюст вот этот мы уберем, это мы уберем. А палочку пока еще оставим. Что у нас еще есть? Свечи подсвечником, я не помню, мы убивали подсвечником или нет. Давай пока оставим. Кофеваркой мы точно убивали. Стой. О, хорошо, обмен. Что там интересного у нас выпадет сейчас? Фу, ёршик. Нет. Ёршик у нас уже был. Ёршик был. Давай что-нибудь новое. Или мы уже все оружие испробовали? О, золотой трофей. Хорошо, давай. Трофеем. Забабашим кого-нибудь. Так, ладно. Здесь, в принципе, смотри. Никаких спецназовцев нет. Так, этот готов. Этот готов. Что-то не то. Что-то пошло не так. Надо пугать, наверное, их. Надо пугать. Так. Допустим. Теперь вот этого. Хорошо. Допустим. А теперь вот этого как-то выманить, замочить. А потом уже остальных. К примеру, допустим. И ничего нам это не дает. Так, окей. Как же мне выманить вот этого упыря? Мне бы камень вот этот как-то убрать. Так, ладно, давай, мама, подсказочку. Что-то я в ступоре. Вот я не могу, короче, вот... Ну, убивать, когда вот они вот в углах стоят, да, допустим. Так, так, так. Ага. 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 Ну, я что-то все равно не... Слегонца немножко не понял. Так, окей. Раз, два, три. 4, 5, 6. Так, раз, напугали, хорошо. Вот этого... Его не трогаем, по-моему, так понял. Или трогаем. Его же убиваем. А, да, убиваем. Потом вот этого убиваем. Потом идем вот так, вот так. Пугаем вот этого, хорошо. Теперь мне нужно попасть, погоди.
Нужно напугать его вот сюда вот как-то попасть. Погоди, что-то я заплутал. Стоп. Я что-то не так сделал. Вот, напугал. Теперь что? Стоп. Стоп. Ну, я его вот напугал. Мне его надо напугать, чтобы он... Твою мать. Я опять что-то не то сделал, да? Так, ладно. Стой, погоди, мама, давай еще раз. Что-то я не понял. Раз, так, 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 так. Вот это пугаем, ладно, раз. Убили, так, так. А, сначала напугать его, а потом убить вот здесь. Я понял. Немножко не в том порядке я пошел. Немножко не в том порядке. Так, ладно, окей. Раз, два. Нет, стой. Раз, два, три. Так. Так, так. Раз. Убиваем. Теперь вот пугаем. Потом вот здесь убиваем. Теперь вот сюда. Потом вот так вот. Что я опять затупил? Опять не так сделал. Так, вот так, вот так. Вот, вот так напугали. Так, вот так. Все, вот теперь отлично. Все, накунет ему голову. Ай. Я думал, он окунет ему голову в кубок. Хлоп. Отлично. Так, это у нас четвертый уровень. Окей. Ну тут вообще как-то жесть какая-то. Погоди, я свет выключу, да? Свет я выключил? Да. А, нет, смотри. Свет, когда я выключаю, я могу их убить. Я могу их убить. Так, ну я сделал немножко не так, наверное. Нет. Значит, правильно все. Правильно. Хлоп. Включил. Испугал. Включил. А, выключил, то есть. Так, что дальше? Допустим, вот я его испугал. Или его не нужно пугать было? Ой, дела. Или все правильно? Напугал. Теперь мне нужно как-то еще раз, наверное, его напугать. Хотя не факт. Просто если я его здесь вообще убью... Ничего от этого... Так, погоди, раз, напугал. Выключил. Хлоп, убил. Так, так. Убил. А дальше? А дальше? А дальше, а дальше... Дальше все.
Никак. Давай, мама. Подскажи. Выключил. Убил. Включил. Напугал. Так. Правильно. Выключил. Так. Убил. Так. Вот так вот. Ну да, немножко. Почти. Выключил. Убил. Включил. Оп. Напугал. Хлоп. Так. Выключил. Оп. 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 Убил. Хлоп. 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 Убил. И ее убил. Бум просто. Бум. Так, окей. Что у нас еще из оружия есть? Чем мы еще не мочили? Давай-ка взглянем. Что еще можно сделать? О, топор! Огненный топор, кстати. Давай. Не было у нас такого. Смотри, прям под стиль Джейсона. Топорик такой. Так, а здесь у нас звонки. Окей. No! Хорошо. Оп. Оп. Ага. Погоди. Так. Ну-ка. Пробуем другую теорию. Так. Что-то не то, нет, да? Нет. Так, этого загасил. Не-не-не-не-не, что-то не то. Мы ее никак не убьем, наверное, нет. Мартышку никак не убить будет. Надо, короче, чтобы полицейский стоял на месте. Его нельзя, короче, чтобы он подошел к телефону. Я так понимаю. Я понимаю это так. Так, окей, ладно. Тебя раз. Вот дальше. Нет, что-то не то, блин. Что-то... Не моя не понимать. Совсем не понимать. Так. Все равно, смотри, к телефону я его посылаю. Не, ну это... Это какая-то дичь. Это какая-то дичь. Что так не крути, что так крути, не крути. Так, погоди. Что-то нет, не то. Что-то не то. Голова моя нифига не соображает. Так, ну позвонил, окей. Напугал, правильно. А, еще раз надо было напугать. Понятно. Вон еще. Вон сколько раз надо было пугать, короче, и звонить по телефону, понятно. Вон оно что. Ладно, звоним раз. Так вот, напугал.
Дальше. Так вот. Так, куда ты побежал-то, блин, полицейский? Тебя сюда, наверное. Стой. Вот, я его напугал. Отлично. Звоню. Хорошо. Вот так, сюда, здесь. Потом. Погоди. Так. Убил. Хорошо. Напугал. Хорошо. Да что ты творишь-то, блин? Напугал? А, все, убил. Вот теперь убил, короче, вот так. Блин, вот замут, а. Все хорошо. О, в глаз топором. Это было больно просто. Это было больно. Ладно, 20 уровень, хорошо. 20-очка. Круглая. Каплевидный щит. Щитом мы еще не были. Байдарочное весло. Байдарочное весло мы убивали, не помню. Ну давай сейчас проверим. Так, ладно, 8 ходов. 8 ходов, но вот это для меня, блин, очень сложно. Это реально сложно, короче, для меня. Так, ладно, пугаем. Так. Пугал этого сюда. Короче, какая-то дичь. Я опять тут намутил не то. Ладно, давай еще раз. Раз, напугал. Так. Да не, это бред. У меня два хода осталось. Короче, ладно. Не будем, короче, тут мозг копошить. Так. Это у меня вообще нифига не получается никогда. Получается, короче. Раз напугал, да? Два напугал. Хлоп. 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 Отлично. А на деле все проще парень реп, но, блин, не для моих мозгов, наверное. Ух ты, держись подальше от электроград, Джейсон, не хочу, чтобы тебя ударило током. Опа, смотри, что-то новенькое, электрические заборы, что-то новое. Окей. И что вы мне прикажете делать? Стоп, я уже накосячил. Короче, сюда, вот так. Оп! Правильно же, да? Я просто не посмотрел, где крестик находится. А, ну все, отлично. Все хорошо. Ну, щитом, знаешь, так, такое, да? Такое себе щитом убивать. Что у нас еще там открылось? Давай-ка посмотрим. Подсвечник. Нет, микрофоном мы убивали, гитару убивали. Мечом, кулаком. Так. Весло. Я не помню, просто убивали мы или нет, но давай попробуем. Так, снова... А, еще и спецназовцы. Нехило. Нехило. Допустим. Так, этого пугаем.
Угу. Если я уроню сортир, то я туда уже не пройду. А, нет, смотри, я смогу пройти, в принципе. Да, все-таки я смогу пройти, но. Это как-то не то, наверное. Так, погоди. Теперь. Хлоп, хлоп. А-а-а-а-а-а. Нет. Застрелили. Угу. Вон, ну чё, Михалыч? Угу. Да твою мать, нифига, как так? Я его шокером зашокерил. Так, ну ладно. Хлоп, этого пугаем. Этого пугаем. Ну, пугать, я думаю, здесь по-любому надо. Допустим, вот этого мы убиваем. Здесь меня застрелят. Stop right there. Это что-то какая-то дичь. Опять очередная дичь непонятная. Так, ладно. Давай. Ну, напугал. Напугал. А, вон оно чё. Вон оно как. Они через забор, через этот, который электрический, они тоже боятся, оказывается. Понятно. Я не знал эту всю дичь. Проходим немножко сюда, теперь пугаем его вот здесь. Убили вот так вот. Теперь. А, ну все правильно. Убил. Так. Испугался. Хорошо. Кто вот придумывает вот эти вот головоломочки всякие? Непонятно. Жесть. Так, ладно. 9 из 13 уже пройдено. От апокалипсиса слишком много пыли, правда, Джейсон? Слишком много пыли, да. Смотри, песчаная буря, походу, да, начинается, идет. Оп, прекратилась. Оп, опять пошла. Так, ладно. Опа, спецназовец опять. Ага, спецназовца мне можно туалетом убить. Так, беги, вот они. Хорошечно. Этого убили. Так, допустим. Вот так вот. Лоп. Final Girl. А! Вон оно как, да? Ага, ага. А мне теперь не выбраться просто тупо. Я что-то опять накосячил, короче. Так, погоди, я не в правильной последовательности, наверное, убил просто. Хотя, как в другой последовательности убивать? Непонятно. Так, ладно. Я сделаю так. Потом. Делаю вот так. Хорошо. Дальше. Дальше. Я, если напугаю вот этого, он... А, ну все правильно. Раз, напугал. Наверное. Погоди.
А, нет, ни хрена неправильно. Ну, я не знаю, сейчас попробуем, короче. Но мне кажется, это нифига неправильно. Что он сказал, Ука? Он сказал Ука. Допустим. И опять я, короче, не это, ничего не могу сделать. Смотри, я опять себя в тупик загнал. Что-то и где-то я, короче, упускаю, что-то где-то я не так делаю. Окей, так, так. Вот, отлично. Так. А, его надо в первую очередь этого убивать. Понятно. Вон оно что. Так. Лоб, его в первую очередь убивает. Понятно, вон оно что. Нифига себе фаталити, ты смотри. А. Я думал, короче, сейчас насадит его на этот, на весло. Так, ладно, это пугаем. Отлично. Теперь, по-моему, погоди. Так же? А, нет, стой. Теперь вот так вот пугаем. Все, этот утонул. Сейчас и этот утонет, короче, да, все. И последняя девочка. Все хорошо. Располовинил. Ух ты, да ладно, у нас очко. 21 уровень, так быстро? Как-то вообще, да. Ну давай, что-то новое. Да ну лом. Лом у нас был. Да ну шампур, у нас тоже был уже. Шампур тоже был. Блин, смотри, тут вообще дичь. Дичайшая. Ну это точно не для моих мозгов. Опа! Я выключаю, короче, свет и выключается забор. Хорошо. Это уже интересно. Это уже интересно. Так, погоди, вот этого мне не убить. Не убить. Как-то надо его, короче... В первую очередь убиваем его. Так, так, так. Потом идем сюда, сюда. Хлоп. Наверное, да? Гадал же, правильно? Так. Ай, стой, 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 стой. Убили. Так. Блин, что-то не то. Гади, ну вот этого говнюка надо в первую очередь убивать. Его надо убивать в первую очередь. О-моё! Чё я творю-то? Всё правильно делаю. Так, так. Я туплю вообще что-то пострашно. Погоди. Блин, у меня есть догадка, но я не понимаю, как ее сделать. Ну-ка, давай проверим.
Так, выключил. Включил. А, даже так. Нифига тут махинации. В моей догадке все было просто. Я не думал, что так вот будет. Чё-то какая-то трэш. Так, ладно, смотри. Напугал? Правильно же, да? Напугал? Убил, вот этот раз убежал. Потом чё? А, надо выключить свет? Нет? Или все правильно? А. Ай, стой! Нет. Или правильно? Нет, нифига неправильно. Вот этого оставляем. Включить. Так. Стой, 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 стой. Напугать. Включить. Убить. Этот испугается сейчас? Да, точно. Все. Отлично. Вон амуты, вон амуты. Весло разрезал. Хотя, хотя может быть, да? Джейсон, сынок, если ты любишь убивать туристов, то взгляни на игру Sly Wycombe. Там тоже полно убийств и головоломок. Ну такую не знаем, ее покупать надо, у меня денег нет. Пекло, пекло. Это какой уровень-то? 12 из 13? Фу, там посмотри, какое-то что-то, что-то. Еще и выход есть. Они могут убежать, смотри. Так, ну допустим. Хорошо. Так, допустим. Хлоп. Оп. Вау. Так, погоди. Вот этого если убиваю, я вот здесь. А, ну все правильно. Да. Последний чувак. Неплохо. Неплохо. Сообразил. Хорошо. Кровожадность по глазам. Окей. 12 из 13. Предпоследний уровень. Ладно, погнали. Здесь опять лабиринты эти. Так, ладно, допустим. Так, 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 так. Окей. Ха-ха-ха, мне теперь не вылезти. А, вон в чем подвох-то, а? Вон где собака зарыта, ты смотри, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ладно, этого напугали. Так. Теперь мне нужно как-то напугать еще кого-то. Так, допустим. Стопэ, блин. Мне бы напугать еще. Стой, я понял. Так, этого туда, да, загнали. Теперь, раз. А, два, три, четыре, пять, вот так. А, теперь можно убить вот этого. Это испугал. Всё. Или нет? Нифига не все. Нифига не все. No!
А. No! А. Да, все, отлично. Теперь отлично, все, хорошо. Блин, тоже замутили, да? Жестко. Лоб веслом. Лоб веслом. Ну давай мы заключительный уровень пройдем. Не знаю, давай с подсвечником, может, и хз. Как же я устал от этих мутантов, Джейсон. Мутантов? А кто из них мутант? Они все мутанты, кроме Джейсона, да? Давай, наверное, подсвечником, не знаю. А нет, мне понравился, короче, топор. Давай топором. Мне вообще понравился он. Лютая тема. Так, окей. Здесь меня убьют. Тут меня убьют. Так, так. Хорошо. К примеру, да? Оп, убил. Если я убью вот это. Так, погоди, погоди, погоди. Свет, допустим, я включил. Так. Не, все равно какая-то дичь, короче, получается. Мне вот этого надо убить. Но я не знаю как, короче, да. Чё-то не то. Кого-то из них надо пугать, короче. Вот это стопудово. Фриз полис. Окей, ладно, погнали. Так, так, так. Ну, хорошо. Так. 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 А, вот этого теперь напугал. Один включает, другой включает, короче, вообще жесть. Понятно. Окей. Но сколько ходов-то? Сколько ходов? Так, окей, ладно. Здесь я выключил, здесь убил. Погнал. Теперь. Хлоп, хлоп. А, нет. Хлоп. Так, стоп. Хлоп. Здесь. Почему я не выключил свет? Надо было свет выключить. Так, окей, хорошо. Хлоп, 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 хлоп. Сюда, так. Убил. Включил. Испугал. Хорошо, сюда. Теперь. Теперь чё? Теперь чё? Теперь чё? Я забыл. Я, мать его, забыл, убивать этого или нет? Этот раз испугался. Хорошо, допустим. Так. Ля. Чуть не то опять. Ой. Что-то я далеко перемотал. Вот этого точно боим, пугаем сюда. Потом-то чё? Так вот. А, наверное, сюда, вот так.
Да? Правильно понял? Тишкина-колотишкина-то. Во! Тут уже без разницы. Свет, не свет, да? Все хорошо, блин. А, сейчас, наверное, в кислоту. Не, конечно, хоть и мультяшная, но знаешь, это жестоко, жестоко, это реально жестоко. Окей, выжженная земля пройдена у нас. Выжженная земля у нас пройдена, и следующее у нас будет жестокое будущее. Я так полагаю, это, наверное, какой-то космос, что ли, да? Вот. Ну, я, наверное, на этом буду заканчивать, друзья. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и группу ВКонтакте. Не забываем то, что 1000 подписчиков, и я устраиваю конкурс. И про беседу в группе ВКонтакте. Если вы постоянный зритель, пишем в комментариях, что вы постоянный зритель, и я хочу беседу. И я вас добавляю туда. Все, с вами был Валерий, всем пока.